Что это такое, а? Что это такое? Что это за позор, а? Как этот подонок Ягас может пробираться сюда? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Эй, Люль! Доченька, откройте эту дверь! Ты молчи, молчи! Мама! Не бойся, ладно, у нас тут все нормально, не переживай! Я с ума сойду! Ты этого выродка! Как можешь пускать в дом своего мужа? Да я ни о чем не знаю! Не надо кричать на Эйлюль, этого захотела твоя мама! Твоя мама позвала Ягаса сюда! Ты замолчи! Зачем маме хотеть такое, а? Ты смотри, что творится! Разок, я поздно пришел домой, ты смотри, с чем я столкнулся, я с ума сейчас сойду, а? Послушай, послушай. Подумала, ты выйти из дома не можешь, значит, ты будешь звать сюда, да? А? Я что ли решила обхитрить? Корей, Горжи, я его не сделала, я не сделала ничего. Ты хочешь, чтобы твой отец до конца своих дней в тюрьме сидел? Ты мне на этот вопрос лучше ответь. Да что происходит-то, а? Давай, сделай что-нибудь, твой сын тут все крушит из-за того, что Ягас вчера пришел. Да что это у них за проблемы-то такие, а? Интересно, почему они? Сынок, открой дверь, а? Отойди отсюда. Посмотри на меня. Что это за позор такой, а? Чтобы с нормальным дитя, все с рукой, дитя. Да так, ничего, ряду резала, и это произошло, ничего серьезного. Помолвка Ягаса и Милек, что была в гостиной у нас? Ты это что ли организовала? Да слушай, мне Милек позвонила. Боже мой, Нермин и Милек, это они все устроили. Начали давить на жалость, что у нее никого нет и все дела. Сказали, давай мы кольца у тебя наденем, а? А ты, конечно, согласилась, да? Ну что я могла сделать, а, сынок? Ты смотри, сколько они подарков нам принесли. Ты чего орешь тут, как сумасшедшая, а? Самое главное, что они золото нам принесли. Я пошла, обменяла на деньги, положила деньги в банк. Вот оттуда я сейчас и возвращаюсь. Ой, знаешь, ты такая коварная. Послушайте, этот выродок больше ни шагу не ступит в этот дом. Если я этого выродка увижу здесь дома или где-то рядом на улице, я клянусь вас всех троих уничтожу. Вот правда, я сделаю это, я не шучу. Давай же, входи, а? Туда, ну? Да не лишит тебя Аллах жизни, а ну что ты там опять сломала? Стакан сломался. Не волнуйся, маме скажу, купит такой же. Да хватит уже, а ну хватит, а? Интересно, все эти дни останутся позади? Интересно, все вновь наладится когда-нибудь? Надежда есть всегда. А это откуда взялось, а? Интересно, кто и положил это в мой дневник? Дитя мое, ты что-нибудь покушала? Нет, мам, мне ничего не хочется. Эйлюль, дитя мое, послушай, так нельзя. Ты так расстроена и ничего не кушаешь. Ну правда, ты можешь заболеть. Ну же, дитя мое, ну же, из уважения ко мне. Покушай что-нибудь, а? Хорошо. Молодец какая, не расстраивай маму. А что это за книга? Да это моя книга. Мам, слушай, вопрос к тебе есть. Ты что-то ложила в эту книгу? Писала и ложила? Было такое? Нет, дитя. Странно. Посмотри. Кто-то написал это и положил ко мне в тетрадку. Боже мой. Знаешь, я не видела этого, дитя. Кто мог это написать-то? Доченька, ну где же ты? Нужно посуду ведь еще вымыть. Потонула бы твоя посуда, а? Ладно, мам, я разберусь.
Нет, я буду все делать. Мам, не надо. Эйлюль, подожди. Да, дорогие, я иду, а? Ты обсудил с Лейлой то, что... Поздравляю. И правда, ты хороший себя арендовал, брат. И вид хороший. Да. Вид здесь и правда отличный. Прошу вас, поздравляю. Спасибо. Не волнуйся, Эйлюль. Ты не одна. Теперь я всегда буду рядом с тобой. Ага. Вот. Адрес человека. Сафетка Сырга. Надежда всегда есть. Сафетка Сырга. Кто это, ага? Пока что не знаю, но мне все станет известно. Это связано с тешкой Эйлюль. Это связано с Мелек, брат. Что бы ни случилось с Эйлюль, все это произошло по вине Курая и Мелек. Но этот человек расскажет мне всю правду. И вы с тешкой Эйлюль воссоединитесь, надеюсь. Надеюсь, брат. Но перед этим мне нужно вызволить Эйлюля оттуда. Посему мы будем ждать. Сначала надо дождаться, пока Мелек и Курай загрызут друг друга. Они допустят ошибку. А потом мы узнаем, какова их проблема. Эйлюль? Однако ты преувеличиваешь, мама. Боже мой, а? Боже мой, я привык. Ну же, Эйлюль, ну же. Раскрой занавески. Да. Эйлюль, что ты делаешь в этом доме? Закрой-ка свои глаза. Почему же? Или ты опять купил мне подарок? Можно и так сказать. Ладно. И руки дай сюда. Открывай глаза. Давай, открывай. Ты что, написал мне письмо? Порой, чтобы рассказать себе о чувствах своих. Слов бывает недостаточно. Но я и решил написать письмо. Я почитаю сразу же. Я Гэс. Thank you.
Эйлюль. Мало осталось, любимая. Мало осталось. Ты не рассказываешь мне правду, однако я докопаюсь до истины. Я узнаю, почему ты застряла в этом доме. Спасу тебя оттуда. Добро пожаловать. А что это на тебе такое? Боже, помоги.